Да. Я думаю, что это важно. Я видела, как дети рисуют ваши. Вы действительно. Я просто считаю, что кружки в школе дают больше, чем даже сама школа, скажем так, в младших классах. Потому что то, что они учат в младших классах, они этому научатся до 10 класса и так. И считать им в магазине деньги понадобятся, и писать им понадобится, когда-то чек в банке выписать. И они этому как-никак научатся. То, что они выучат в старших классах, если не превратится в их специальность, математика, они ее забудут на второй день после того, что вышли. А вот те творческие способности, которые они получат на кружках, это им пригодится всю жизнь в любой работе, где бы они ни были. Если они там будут работать в магазине, у них будет самый лучший магазин, если они проявят творчество. Если они будут работать где-то в продажах, я не знаю, и смогут более творчески рекламировать. Короче, творчество – это самое главное, и развивается оно именно на кружках, а не именно на уроках, потому что на уроках они действуют только по шаблону. Так устроена школа. И только на кружках у них есть возможность развить творчество. Скажите, пожалуйста, вот детки ваши тоже участвуют? Да. Кто? Миша. Как фамилия его? Альпин. Альпин. Мы еще не видели его рисунок? Нет? Видели. Это который из них? Моя дочка Маша, которая нарисовала лошадку, которая в облаках. А Миша, который нарисовал крокодила, киску и павлина. Он давно учится у Фриды или он только начинает? Не, он только начал, он примерно был один месяц у Фриды. Очень его хорошо. Привел его друг Борг. Отлично. Скажите, какая это школа еще раз? Эгуд. Эгуд. Понятно. Ну, в общем-то, молодцы дети. Я посмотрела рисунки. Фантазия, краски и увлеченность. Спасибо. А вас зовут как? Люба. Люба, спасибо.